Всем привет, ребята, с вами Милашка, и у многих после последнего обновления пропали все подарки с почты, и даже самые новые, которые начали давать с 20 декабря в честь новогодних праздников. У меня также все пропало, в том числе и даже елка с елочными игрушками в стиле Hello Kitty. В общем, я пробовала перезагружать игру «Сбрасывать мир», но ничего не помогало. Каждый раз, как я заходила на почту, подарки либо появлялись, и потом через 5 минут опять все пропадало. Либо начинали двигаться полки отдельно от подарков, и подарки с полок просто сами по себе исчезали. Но самый прикол в том, что после того, как я получила елку с Hello Kitty и перезашла в игру, она тоже пропала, и остались только какие-то старые подарки вперемешку. Я долго думала, что сделать, и пришла к выводу, что нужно удалить игру вообще с телефона. В общем, я удалила игру и установила ее снова. Конечно, у меня слетел весь прогресс в игре. Удалились все мои персонажи, в том числе Оз. Удалились все дома, которые я часами обустраивала для видео. Но зато, о чудо, появились все подарки, даже новые. Но я недолго радовалась. Буквально через пару часов на почте опять начали пропадать выборочно подарки. Я не знаю, с чем это может быть связано, но я опять сбросила всю игру. На всякий случай я сбросила игру сразу 2 раза подряд. И после этого прошло уже 2 дня, и все подарки на месте. Полки тоже перестали лагать. Делаю вывод. Чтобы победить этот баг, нужно удалить игру, почистить память телефона, скачать и установить токобока еще раз. И не заходя в игру, можете смело сбрасывать мир пару раз подряд. После всех этих махинаций, ваша почта должна начать работать стабильно, без лагов и пропаданий подарков. Этот же лайфхак починил и креатор персонажей. Видимо, этот баг распространился сразу на 2 локации. Надеюсь, я вам помогла. И вы сможете так же, как и я, починить свою почту. И, возможно, после этого, у кого не приходили подарки, они начнут приходить снова. Ну, на сегодня все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Все ссылки на мои соцсети будут в описании. Всем пока-пока!